Последние дни лета Казань празднует два главных своих праздника – День города и День Республики Татарстан. В этот день в 1900 году Верховный Совет Республики принял декларацию о государственном суверенитете Татарской АССР. Это было сделано с целью повышения своего статуса до уровня Союзной Республики СССР. 21 марта 1992 года в Татарстане прошел референдум о государственном суверенитете Республики Татарстан. На вопрос, согласны ли вы, что Республика Татарстан – суверенное государство, субъект международного права, строящий свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами, проголосовало положительно более 60% граждан республики, принявших участие в голосовании. После распада СССР Татарстан вел сложные переговоры с Российской Федерацией, которые завершились подписанием в 1994 году договора о разграничении предметов ведения и взаимное декларирование полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан. К сожалению, договорные отношения, похоже, прекратятся в этом году. Несомненно, то, что Казанский федеральный университет вносит свою лепту в процветание Республики Татарстан. Празднование Дня города и Дня Республики Татарстан началось торжественное открытие памятнику татарскому поэту Хадид Акташу. В церемонии принял участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, мэр города Казани Эльсур Метшин и также сотрудники Казанского федерального университета. Программа праздника в 2017 году предлагает открытие нескольких социальных объектов, а также развлекательное шоу и концерты. Каждому найдется развлечение по вкусу. Диана Шилова, Универньюз.